Юн Юсиль! Я жива? Это не крыша? Это парковка, дурочка. Я так и думал, что ты что-нибудь выкинешь, поэтому привел тебя сюда. Что? Ты мне соврал? Сволочь! Ты знаешь, что ты натворил? Каково это, получать удар в спину? Не очень, не так ли? Твоя мама почувствовала себя так же, если бы услышала это от тебя. Сэр, вы должны думать скромнее про меня. Неужели вы думаете, что все, что у меня есть, — желание? Что еще у тебя есть? Талант. Сумасшедший придурок, боже мой. Нет. Я найду кого-нибудь другого. Не его, никогда. О, это тупой еще тупее. Почему это не могу быть я? Эй, что это? Как грубо. Ты вытер об меня свои сопли? Что за... конкурс двух пианин? Это когда двое играют? А ты думал 12? Это в этом году? А по-твоему, они публиковали плакат прошлого года? У нас есть еще 3 месяца. Чашик! Чон Чашик! Ты тут? О, что? Да. Эй, потише! Ты можешь разбудить мою маму! Хорошо. Эй, знаешь? Может, мы расскажем ей, что ты снова играешь на пианино? Я думаю, она будет счастлива. Нет. Если мы расскажем ей, она будет полна надежд. Я буду слишком напряжена и наделаю ошибок. Но все же... Ты принес велосипед? Нет. Я подумал, что будет опасно ехать на нем ночью. Будет плохо, если мы попадем в аварию, и ты поранишь руки. И правда. Пошли. Хорошо.